Нет, отдайте мне, пожалуйста, сейчас билет. Мы начали движение. Отдайте мне, пожалуйста, билет. Я вас здесь очень плохо слышу. Если вы мне не дадите билет, я вызову полицию сейчас. Если вы мне не дадите билет сейчас. Если вы мне не дадите билет сейчас, я вызову полицию сюда, на этот маршрут. Вызывать? Я вас не пугаю. Я прошу дать мне билет. Я не могу, вы тогда остановите, я подойду, это опасно для моей жизни. Да, я попросила у вас билет с самого начала. Передайте сейчас пассажира, пожалуйста. Тогда остановите, я подойду к вам. Что вы устроили-то? Я вас когда просила я вас дать билет, вы мне не давали его. У меня их на руках и нету. Хорошо, давайте я возьму сейчас. Вы же можете остановиться, когда зашли, вы всех оплачиваете, берете проезд, а с меня не берете, мне билет не отдаете. Не забрать, потому что, смотрите, у меня аппарат на месте нет, пробивает. Я вам билет нашел, билеты, которые подороже вашего тарифа. Если вам для отчета, они как раз подходят. Да, мне для отчета, да, для большого отчета. Я хочу посмотреть, как мы доедем сейчас, да. Это было пробито в 9:14. Мне нужен билет, который я сейчас еду на вашем маршруте. Это моя страховка, моей жизни. Вы меня слышите или нет? Я вас слышу. Вы меня слышите? Дайте мне, пожалуйста, билет. Дайте мне, пожалуйста, билет. Вы меня сами сюда позвали. Я не хочу, чтобы нервничали вы и я. Я хочу сидеть там, мне там удобнее. Меняйте на себя. У вас тоже много чего не восстановится. Мы дорожим вашим маршрутом, но вы ведете себя некрасиво.